адрес. Вот, давайте уже закруглять. Я парту к тебе завяжу. Ты бы напрягал. Вот союз, да? Алла, обманули. Сказали виноград. Окей, кто первый съест виноградину, тот получает приз. А там одна виноградина? Одна. Можно повернуть тарелку? Значит, приз под елкой. Пойдете, выберите себе приз под елкой. Все, начинайте. Подождите, а еще не приз. Дайте и сырняки и Гриша, и Илюша. Сначала хорошо убьет. Дай передник. Я только постирала. Дай держи. Полотенце бумажное вон дай. Гриша, дай мне еще. Наташа, дай бумажное полотенце. Дай передник. И Илье тоже бумажное полотенце. 3, 4. О, давай. Руками стекали. Ты напачкал, я не Снимай. Неважно, я первый. Я первый. Я первый был. Значит, кто второе место из них? Кто второй был? Из этих двоих. Илья был первый. Из вас Сергей, кто был второй? Он был первый. Из вас кто был? Из вас? А что можно было сделать? Я поднял руку. Я просил. Так, повтори. Это спорно. Пускай поднимут руки. Кто был вторым? По-моему, Гриша. Гриша, окей, значит так. Все втроем. Он напачкал. Поверни, а теперь здесь еще. Помыть надо. Молодцы. Значит, идите под елочку и выбирайте приз. Но пальцем только ткните, а трясти нельзя. А что ты имеешь в виду, под елочку идите? Сходить под елочку? Найди себе приз, смотри. Гриша, я вытру. Идите приз выбирай. Сколько? 2 или 3 года? Сколько мы играем? Я вам порадовал. Серега, смотри. Так, пальцем, да? Да, да. Чем поменьше, тем лучше. Ура! Желательно, поддавайте. Это эти. Чипсы. Да, чопы. Дальше. Нет. Так, все взяли призы? Все 3 призовых места взяли? Нет, Сережа не брал. Приз пошел по рукам. А, окей, хорошо. Но это окей. Все взяли? Илюш, ты взял это? Взял. Это нормально, правильно? Так, кто волонтер? Сеня, давайте. Завязываем, держите ложки. Окей. Значит так. Давайте, вы стойте вот таким образом. Давайте, по нас на чем стоишь? Я должен ходить к людям и узнавать, да? Нет, мы будем подводить. А, ну давай. Значит так, готовы? Готов. Чьи-то кости стучат. Джентльмен, стучите. По голове так. Бум, бум, бум. Уз, Люба! Угадал. Я же знаю, как она звучит. Я так проверяю арбузы в магазине. Это не возможно. Это только Сеня, он слеплый работал. Он сразу угадал. Мне надо пощупать. Щупать нельзя, надо ложечкой. Ну, стучите ногами, давайте. Давай, стучи, только не сильно. Сильно. С головы. Алла. Алла, я вскид, я рукой дочку. Я рад, потом получу там под очки. Надо на колени садиться, как раньше. Да. Так интересно. Чувствую. Ну еще один, папа, иди, последний сделаем. Давай. Потом самодеятельность. Надо на колени. Конечно. Тихо, один глаз видит. Конечно видит. Нет. Да. Я чисто. На ложке тебе держи. Со всей силы, ребят, лопните, со всей силы. Не пожалейте, не сядите. Ну давай, начинай. Бейте, не бойтесь. Ну сядьте, размахнитесь.
давайте я скажу. Таня, Таня. Я говорю, бить вместе. Олег, ну уже близко, уже близко. Ну это уже ближе, они же брат и сестра. Ну, да, уже ближе, намного. Олег, ну давайте. Олег, ну давайте. А, да, он в прошлом году сказал Сергей, да? Сергей, Сергей это сказал. Не, он сказал, ну это уже Серега. Пониже, ничего не делай. Так, да, ложки. Так, так. Да можно? Ну. Бей сильно. Ну да, Анна. Ну, о, ты располнел. Ты договоришься. Договорился ты. Я бы...